Здравствуйте, друзья мои, портал 7 дней. Проходите. Хочу, конечно, в первую очередь сказать большое спасибо, потому что я живу просто в прекрасных условиях, и несмотря на то, что такой короткий визит в эту прекрасную страну Швейцарию, в город Цюрих, но этот отель меня просто поразил. Я не ожидала, что здесь будет такая роскошь, и могу сказать, что этот визит – это еще и подарок на день рождения вот этой прекрасной принцессе Ариадне Волочковой. Посмотрите, какая прекрасная здесь открывается картина. Отель практически находится в горах, и что удивительно, мы прилетели сегодня утром, и такое было впечатление, что из аэропорта мы попали в лес. Мы можем видеть балконы нашего прекрасного номера, гольфовое поле, мы можем видеть величественное Цюрихское озеро, которое открывается здесь в своем величии. Маленькое озеро, конечно, для меня, для Ариши, моей дочери, для моей мамочки, которая также с нами в компании совершает это путешествие. Но это такой отдых души, я бы сказала. Когда мы зашли в первый раз, я не могла разобраться, какая дверь куда ведет. Ну, что же могу сказать, что вот здесь оказался мини-бар. Даже вот бутылочку вина припасли для нас специально. Здесь находится та комната, в которую, если вы приедете ко мне в гости, обязательно вас поселят. Здесь находится выход, то есть вход, куда вы вошли. А здесь хранится зонтик, который, я надеюсь, что за эти дни нам и пригодится. А здесь наша уютная спальня. Могу вас пригласить. Вот мне было приятно, что для Ариадны специально приготовили маленькую кроватку, так что пока здесь спит кукла, а вечером, надеюсь, Ариша будет видеть прекрасные сладкие сны. Удивительный, конечно, отель, потому что не может не восхищать сочетание старины и в то же время вот всего современного и вот такого стиля, фактически модерн. Очень уютно. Я могу сказать, что номера в этом отеле все разные, но я счастлива тому, что мне достался именно такой, потому что есть номера в стиле вот хай-тек полный, здесь два новых совершенно крыла. Но я думаю, что это теперь будет один из моих самых любимых отелей. Сидя в сауне, фактически ты как вот находишься на улице. Просто прекрасно. Наверное, одна из самых красивых бань на свете. Ой, главное, так хорошо, что здесь есть баня. Это же просто моя любовь. Какая красота, да? Все продумано до деталей, до мелочей. Конечно, я вынуждена с вами попрощаться на часик, чтобы остаться в уединении с моим мастером и сделать массаж. Ой, вот это кайф, конечно, это настоящий просто кайф. Аришоня, это просто прелесть. Ледяная вода. Нет, здесь как раз горячая. Ой, какое прекрасное солнце, какая здесь погода. И вообще, на свежем воздухе это вообще нереально просто красота. Ну что, пойдемте в ледяную теперь воду. Мама дорогая,
К сожалению, в этом отеле нет балетного класса или даже класса аэробики, но есть фитнес-центр, в котором я поддерживаю свою форму. Находясь здесь в течение 3 дней, мне необходимо заниматься на тренажерчиках, делать свои упражнения, растяжки, гимнастику, и я счастлива, что есть такая возможность. Эллиптический тренажерчик – один из самых любимых, у меня такой дом стоит. Где бы ни бывали, всегда можно найти такую машину. Все группы мышц подключены, и лучше гораздо, чем беговая дорожка. Вот она сложность профессии нашей, в том, что зависимость от физической нагрузки постоянна и каждый день. Но зато это счастье жизни. Конечно, тяжело работать одной. В Москве у меня есть персональный тренер по фитнесу, Планете Фитнес. А в зале, конечно, в балетном есть педагог. А вот заставить себя работать самостоятельно – это не очень просто. Лестницы, у меня связано множество воспоминаний, но самое приятное из них – это, пожалуй, воспоминания моей свадьбы, когда я в шикарном платье дефилировала по лестницам дворцов Москвы и Петербурга. Это выглядело примерно как так. Тебе не скучно? Радость. Ну, скучновато. Скучновато. Слушайте, потрясающе. Мы с Аришей можем совершенно спокойно ездить в общественном транспорте здесь, в Цюрихе. А в Москве это вряд ли было бы возможно. Ой, смотри, как вот, прям как сиркупас. Можно хотя бы определить, где мы находимся. Какие интересные домики вообще. Ариш, ты видела? Да, вот. Ничего себе. Ничего. Я буду вам. Я себе могу. Я отдыхаю. Это не стоит. Очень хорошо. Окей. Ja, danke vielmals, hast du gut gemacht. Danke. Вот местные контролёры, пожалуйста, видите, здесь с этим не проедешь. И уже вот комплименты сразу. Аришенька, золото моё. Ой, Аришенька, сейчас мы окажемся в таком вкусном месте, в таком сладком, в самом прекрасном. Владелец этого прекрасного заведения. Причем у них есть свои коровы, то есть мы пьем горячий шоколад с молоком, вот получается от этой коровы. Вот, а этому сладкому блюду уже на самом деле, вернее рецепту, 200 лет. И в переводе оно называется, насколько я поняла, голова шара. Ну, скажу честно, такие сладости я ела, наверное, последний раз лет 8, вот, поэтому уступлю сегодня Аришке. Кстати, по вкусу очень напоминает наш кекс или Пасху. Мы
находимся на мосту, откуда мы можем видеть три протестантских собора. Один из них – это главный городской собор. Собор, который находится с зеленым шпилем, это бывший женский монастырь. А поодаль мы видим собор, на котором расположен самый большой и крупный циферблат в Европе. Это женские купальни. Они действуют до сих пор, вход 7 франков, пожалуйста, все женщины могут прийти и, как говорится, помыться. Летом женщины загорают здесь топлес, а на противоположном берегу, соответственно, сидят мужчины и рассматривают их в бинокль. Также за этими женщинами наблюдают лебеди прекрасные. Сейчас их пока двое, но думаю, что бывает и больше. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам очень рада вас встретить. Вот он, женский монастырь бывший, который был построен в конце 9 века Людвигом Немецким. Человеком, который дал право своим дочерям в первую очередь, а впоследствии другим знатным дамам, чеканить монеты и управлять финансовыми потоками. И вот женщины спустя 100 лет уже после того, как Цюрих стал городом-государством, продолжали управлять финансовыми потоками и управляли казной государства. Власть в этом городе долгое время принадлежала женщинам. Удивительно просто течение этой реки, если посмотреть, как оно движется, такое впечатление, что одновременно навстречу друг другу движется река, то есть в одну и в другую сторону сразу. Удивительно, какой-то вот водоворот прям, я такое вижу, честно говоря, впервые. Happy birthday to you. Вот твоя вилочка. Спасибо. Такая счастливая, что у меня есть такое счастье в жизни, такое чудо, такая прекрасная, замечательная Ариша. Аришенька, я желаю тебе, чтобы ты росла вот доброй, умной, красивой и вот самой прекрасной девочкой на свете, такой принцессой. И чтобы ты выросла настоящим человеком. И помни, что я тебя очень люблю, моя сладкая. Я хочу, чтобы у тебя в жизни все сложилось очень удачно. Боже, счастье. Ну и вот радости плачу, честно. Ты очень хороший человек, правда. Мама. Не хочешь ее? Когда честно. Голос уже потерял, ну. А, я летаю! На одной ноге стоит, смотри. Какой? Они же все такие. Как... Да не, они ничего. Встаньте с мамой или ты стань поближе. В общем, эти мишки должны еду себе еще заработать. Территория поделена на три части, так что, в общем, бедные живут здесь, они не очень сладко, видимо. В общем, этот тигр с мамой тигры только познакомились, и им нужно еще время какое-то, потому что они вместе всего лишь 2,5 месяца. Все люди, которые здесь работают, очень надеются, что скоро у тигра и тигрицы будут детки. Это волчица бедная, она потеряла свой хвост, как ни странно, в борьбе за власть. Интересный факт этого зоопарка в том, что здесь все создано, ну, знаете, как говорится, как для людей. То есть каждому животному приготовлен свой уголочек мира, но вместе с тем создается впечатление, что это джунгли или лес, где они живут все вместе. Есть волки, которые могут по специальному проходу приходить к тиграм только для того, чтобы создавать запах, ну, не просто леса, а природы, поскольку они в лесу живут все вместе. То есть продумано все даже до вот такого тандема. Это для слонов, чтобы люди понимали, какой вес могут слоны поднять. Но я уже фактически приближаюсь.
в этих соревнованиях. Уникальная ситуация со слонами. Папа находится слева, а справа мама с ребеночком, которому 5 лет. И удивительно, что продумано в этом зоопарке все до таких деталей, что даже еда не просто приносится в корыте, как это обычно предполагается, но она запрятана в разные механизмы, чтобы животные сами добывали эту еду, как в природе. И вообще, на самом деле, вот глядя на этот зоопарк, понимая, что здесь, в отличие от многих зоопарков, где тигры и львы откусывают детям руки, здесь животные вовсе не мучаются. Вот замечательно, смотрите, как для детишек все придумано. Пришли родители, деток в колясочку, раз. Дети на машине, ногами не ходят. Рюкзачок или сумочку можно положить. Прекрасно. Вот, смотрите, мы сейчас совершаем путешествие в Африку. Мы только что были в холоде, но сейчас здесь 30 градусов. Мы находимся сейчас в Африке, в Мадагаскаре, который находится в Цюрихе, в зоопарке. Поэтому все запотело, вы ничего не видите. Дождь идет тропический, птички поют. Рассказать это в двух словах, конечно, сложно, но удивительно, что это все создано искусственно. Конечно, была счастлива моя дочь Ариадна, потому что она не могла понять, как это возможно. Мы только что ходили по улице, где очень холодно, и где промозгло, идет дождь. И мы оказались тут же в тропическом лесу и совершенно в другой атмосфере. Поэтому я, конечно, всем советую здесь побывать, особенно тем, у кого есть дети. Это улица Нидердорфштрассе, в переводе улица Нижней деревни. На самом деле, конечно, невозможно сравнить с московской жизнью, но для Швейцарии это улица, которая никогда не спит. Так и называется «Неспящая». Я очень верю, что нам удастся здесь, может быть, потанцевать вместе с уличными музыкантами и послушать интересные произведения или ночное веселье. Просто здесь зеркало стоит посерединке, даже два зеркала вместе, и в одном отражается красная половинка, то с этой стороны смотришь, тебе кажется, что красный, а в этом, в этой стороне зеленый. В будний день мы можем оказаться в таких тихих местах, казалось бы, вообще вот неразведанных, и очень интересно, кто эти места создавал, и еще более интересно, кто в этих местах живет. Вот кто в этом доме живет сейчас, я не знаю, но кто жил раньше здесь, не просто ясно, а даже написано «Товарищ Ленин». И напрашивается и вспоминается анекдот. Раннее утро, московский вокзал, медведи, цыгане, шампанское. Почему бы это, напрашивается вопрос. Ленин тайно покидает Москву и едет в Цюрих. Стоит заметить, что в Цюрихе 1200 фонтанов, и все они с питьевой водой. Маришка, это родниковая вода. Здесь из этих фонтанов можно пить воду, она очень чистая. Конечно, сладости мы встречаем в Цюрихе повсюду. Вот эти пирожные, которые по-русски можно, наверное, назвать бюзешками с прослойкой, называются люксембургеры. Именно потому, что их придумал кондитер из Люксембурга. И вот теперь они не просто, наверное, вкусные, но еще и вот таким украшением являются витрины и многие кондитерские. Это Андрей Штюнс, он владелец этой фабрики с шелками. Принт на самом деле просто потрясающий. Здесь все делается руками людей, то есть это ручная работа. На сатине, конечно, гораздо лучше принт выглядит, чем на прозрачных тканях. Не, for you it's perfect. Андреас. Пожалуйста. Thank you so much. You're welcome. Thank you. You're welcome. You're funny, aren't you? So nice. You're produced in Japan. Japan, everything.
Japanese cat. Yes. Happy New Year. Happy New Year. Slava Rossiya. Slava Rossiya. Идем, идем. Раз, два, три, четыре. Пируэт. Идем, идем, идем. Пируэт. Идем, идем, идем. А ласточку? Пируэт. А ласточку? Идем, идем, идем. Ласточка. I'm so warm, you feel like being in a... Какая прелесть. Я точно сюда приеду летом отдыхать. Обязательно. А решим, иди сюда. Смотри, какая радуга. А это что написано? Не кормить. Не кормить. Мама! Сейчас я все. Ой, такая прекрасная лошадь. У меня есть, знаешь, у меня конь есть из Чили, подаренный мне. А я хотела бы теперь еще какого-нибудь, вот как ты, прекрасного такого лошадка. Ой, thank you very much. Thank you. Thank you, Ванесса. В Швейцарии мне очень понравилась одна система, это Swiss Pass. Такая история, когда вы покупаете билет один раз и платите за него. И вместе с тем можете путешествовать с этим Swiss Pass во всех видах транспорта, ни в чем себе не отказывая. И вот вы можете поверить сейчас, глядя на эту атмосферу, что я в Цюрихе. Ну, а я в Цюрихе. Просто выбрали такое прекрасное место, что можно оказаться через 10 минут в центре города, причем на трамвайчике, который отходит прямо от отеля. Даже это поезд и фуникулер. А еще здесь можно погулять в лесу, тут же покататься на лошади, посидеть в прекрасной кафешке. И самое лучшее, конечно, если вы приезжаете сюда с детьми, так как сделала я. Я влюбилась в это место и надеюсь, что буду бывать здесь как можно чаще. Благодаря швейцарской авиакомпании Swiss всего 3 часа, и вы со своими детьми в Цюрихе. Это прекрасный полет, и, конечно, хочется сказать большое спасибо самой компании за то, что такой праздник существует.